испачкалась, открывая краску. Друзья, смотрите, в целом, что у вас должно получиться? У вас должна получиться ваша картина. У меня она получилась такой, у вас она будет немножко другая. Вот, у вас должна получиться картина, которая вам будет нравиться. Сейчас я покажу свою немножко ближе. Не такая, как у меня, но что-то похожее. Вам нужно потренироваться в разных техниках, поэкспериментировать с разными стилями. Если вам понравился этот мастер-класс, то, пожалуйста, напишите об этом. Если вы заметили какие-то ошибки или сбои, или что-то, что мешало вашему просмотру, тоже я вас очень попрошу написать об этом, чтобы следующие мастер-классы были более качественные. Вот. Я очень рада с вами познакомиться. Испачкалась с ног до головы. Ну, как, собственно, и всегда. Вот. Буду рада видеть вас снова. Я желаю вам успехов. Если вы выложите ваши результаты, я буду очень благодарна. Вот. Я уверена, что у вас получится картина, она будет эффектной и очень красивой. Все, пока, до встречи.